Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Проспект Науки, дом 30. Трамвай работает без кондуктора. При входе в салон приложите электронный проездной билет к валидатору на помощь. Водитель не продает билет. Пожалуйста, не отвлекайте его от ухода.
Пятерочка здесь недалеко, так что еще метров 70 примерно. Иду в пятерку за продуктами. Сейчас недалеко нахожусь в пятерочке. Схожу в пятерочку, куплю продуктов и домой. Сходил я в пятерочку, купил продуктов. Опять мое любимое розовое окно. Красиво. Красота. Тра-та-та. Тра-та-та. Как я устал. Много народу. Много работы. Я имею в виду много народу в метро. Как муравьи. Кто куда, кто где, кто на дачу, кто домой, кто на работу, кто еще куда-нибудь отдыхать после трудового дня. Завтра четверг, рыбный день, так что буду готовиться. Так, завтра у нас трансляция, приходите завтра, вместе покушаем, поедим, а сейчас у меня мукбанг. Так, сейчас еще. Распаковочку снять. Не забудь. Ты что купил в пятерке? Вот. Двери открыты. Что-то с ним случилось. Странно. А, может, что-нибудь выносит. Называется «Входи, кто хочешь». 5 святой рублей. Кулаком не ударишь по стене, не зажгется. Сейчас ударю кулаком, и свет зажгется. Вот. Вот так. Так, ладненько. Пришел. Запыхался. Это надо отметить. Официант. 400 капель валерьянки и салат.